В эфире радиостанции «Эхо Москвы», телеканал РТВ, программа «Особое мнение». Я Алексей Нарышкин, и мой сегодняшний гость Андрей Колесников, руководитель программы «Внутренняя политика» в московском центре Карнеги. Приветствую вас. Добрый вечер. Приветствую вас и сразу поздравляю, потому что Путин сегодня поехал в Кубинку и делал разные заявления по вооружениям. У нас будет новая программа вооружений, прям все новое. Это же вот больше ничего не нужно. Все же остальные у нас проблемы решены. Да. Поздравления принимаете, да? Нет, конечно, как весь советский народ, точнее российский. Ну вот, значит, других инструментов возвращения рейтинга к прежним значениям не осталось. А это вы считаете внутренним, для внутреннего? Безусловно. Ну, внешнее употребление уже несколько устало от наших информационных поводов. Подождите, а вдруг, может быть, это сигнал Трампа туда, в Америку, они готовят новую программу вооружений? О, боже мой! Ну, после мультфильма пока в ходе предъявления, значит, послания Федеральному собранию, после этого ничем удивить уже нельзя. То есть мы уже долетаем до любой точки на земном шаре и поражаем эти точки весьма успешно. Но смотрите, весь набор инструментов тот же самый. Вот, казалось бы, упал рейтинг, закончился чемпионат мира. Что делает Путин? Встречается с футболистами, с героями. Потом он встречался с попами в тени князя Владимира. Потом он принял военно-морской парад. Это еще в конце июля было. Тоже сходил в церковь. Все то же самое. А потом он ввел уголовную ответственность за увольнение, значит, сотрудников в предпенсионном возрасте. Я считаю, что нужно и со стороны наемных работников тоже вот что-нибудь придумать, например, за опоздание на работу. И тогда... Я думаю, это обсуждается в кабинетах уже. Пора давно. И вот и вооружение, да, ну... И продолжает гадать этот несчастный Запад, нападем мы на них или не нападем. Вот для чего эти новые программы? Вот собирают деньги уже просто с чего только можно эти деньги собрать, да? Ради того, чтобы исполнить указ президента номер 204 майский. Там нет ничего про вооружение, там только вот все во благо человека, все во имя человека, исключительно на всякие социальные цели. И опять вот понадобятся еще деньги вот на эти самые новые виды вооружения. Ну вот, смотрите, армия же нужна. Да, в принципе, вот да, любому государству нужна армия. Должна ли армия использовать какие-то отсталые виды, устаревшие? Ну, невозможно же до дома помрачения модернизировать какие-нибудь там Т-72 и прочую технику. Знаете, судя по тому, что произошло вчера в Сирии, когда не очень, вероятно, опытные сирийские военные долбанули не очень новым российским вооружением по не очень новому российскому самолету с жертвами, к сожалению. Ну, вот она, программа перевооружения, вот он тот самый колоссальный опыт испытаний оружия нового. Мне кажется, вы сейчас все в новых условиях. Почему? Это все в этом мире связано. Это ровно про это, потому что если бы наше начальство 85 раз не сказало, что мы в Сирии так хорошо, потому что мы там протестировали все виды вооружения, очевидно, и 60-х годов. Кстати, тоже сказал об этом. Да, безусловно, да. Сирия для нас это полигон, оказывается. Ну, а потом это же не секрет, причем, по-моему, Сирия полигон, и тут не со знаком плюс, не со знаком минус. Эксперты говорят, что вот после того, как мы в Сирии продемонстрировали разные наши возможности, к нам покупатели повернулись новые. Это же людоедские вещи, да, даже не с точки зрения пацифизма, а с точки зрения, как бы, так сказать, интересов России, и с точки зрения сбережения народа, который там, в общем, гибнет, наш российский народ. Это издержки. Существенных количеств. Да, и вот общественное мнение тоже так воспринимает. Это никакая не война, это военная операция, а то, что там гибнут люди, это профессиональные риски. Ну, окей, ребята, так можно потерять не только десятки, но и сотни своих сограждан, а наши военнослужащие – это наши сограждане. А вот смотрите, если вернуться к словам Путина на вооружениях, ведь за словами какие-то действия должны последовать, и вливание из бюджета в программу. А мы потянем? Ну, я, кстати, не знаю, тут разные, видимо, вещи: власть потянет и население потянет. Бюджет, давайте я так нейтрально, бюджет потянет? Бюджет не потянет. Вообще говоря, между прочим, военные расходы, которые в очень существенной части по-прежнему засекречены, даже в большей степени засекречены, как нас учат, в общем, профессиональные экономисты, они режутся, потому что денег нет, а вы держитесь. И держаться нам приходится уже все вместе, и даже вместе с руководством страны. Поэтому это скорее словесные интервенции,
вот в этом самом духе поднятия настроений трудящихся милитаристских. Вы сейчас страшные вещи сказали. То есть Путин говорит в Кубинке про Путин новую программу, Путин выступает, а новой техники не будет. Путин выступает лоббистом ВПК. А ВПК – это рабочие места, ВПК – это военные заказы, люди должны работать. Другой разговор, понимаете, что вот они работают, я сейчас опять соединю вашу версию несоединимой. Попробуйте. Они работают на вот эти самые всякие штуки. А потом, не дай бог, у них случается сотрудничество с западными институтами и разработчиками. И они идут в тюрьму, как господин Кудрявцев, которому 74 года, который участвовал просто в совместной программе по разработке чего-то там, какого-то там оружия. И это называется, я вам тоже скажу, я сегодня адвокат Кремля, издержки. Ну, лес рубит, щепки летят, как говорил в сталинское время. Вот, и, конечно, это все маленькая словесная интервенция, про которую забудут, осадок останется, но все для фронта, все для победы, спасти полковника Путина, если мы будем говорить в военных терминах, спасти его рейтинг, поднять его рейтинг одобрения, поднять его электоральный рейтинг, он падает, уже даже не высокоточное оружие в этом смысле используется, а оружие массового поражения, я имею в виду программу «Москва-Кремль-Путин». Час демонстрации мира глазами Путина, это просто, это напалм, я бы так сказал. Поговорим еще и о программе. Вы смотрели? Я смотрел первый выпуск. Я первый тоже посмотрел. Дальше что-то. Но говорят, кстати, что со второго выпуска там уже полегче все, не в такой агрессивной форме. Ну, слава богу. Манипуляции. Теперь я спокоен. Ликом президента. А до перерыва давайте про самолет, раз уж вы вспомнили. А чьи отношения скорее портит весь инцидент? Отношения России и Турции или отношения России и Сирии? Израилю. А, Израилю, да, прошу прощения. Да, Турция – это оговорка. Это у меня, да. Оговорка не по Фрейду, но по, я не знаю, Клаузевицу или Марксу, кто там у нас. Дело в том, что Путину сейчас с Израилем-то особенно портить отношения смысла нет. У нас Нетаньяху друг, он приезжает к нам часто, он ходит на акцию «Бессмертный полк», держа портрет, правда, не своего родственника, а кого-то там еще. Вот. И ну, Путин... так, если на самом деле верить различным корреспондентам, наблюдениям, на «Бессмертный полк» часто ходят те, кто держит портреты непонятно кого. Ну, это другая история. Это другая история, именно история в узком и широком смысле слова. Но Израиль наш партнер. Это многовекторная политика Кремля, который, вот, будучи вовлеченным в сирийскую кампанию, по разным причинам, в том числе домашним, что называется, причинам, вынужден лавировать между Ираном, Турцией, Израилем, которые, в общем, совершенно не могут садиться в одном поле, да, но Россия-то с ними со всеми как-то ведет такую многоходовую игру и, в общем, вынужден дружить со всеми, кроме, по сути дела, американцев, с которыми решается только военно-технический вопрос, чтобы друг друга не попасть. Ну, а когда Турция, на этот раз все-таки Турция, сбивала, сколько там, 2 или 3 года назад бомбардировщик наш, разве мы к тому моменту с Турцией не были партнерами? Ну, да, не помешало же нам, да, запрещать помидоры турецкие? Помидорная война, безусловно, разразилась, но, во-первых, мы обречены на дружбу с Турцией, потому что, ну, 2 автократа почти одинаковых. Эрдоган, конечно, зашел дальше в наступление на права и свободу граждан. Я бы даже сказал, много дальше. А типаж-то один, и, в общем, как-то нужно и торговать, и... В общем, странным образом и фруктово-овощная часть тоже имеет значение на самом деле и даже вносит свой вклад в инфляцию или в дефляцию. Бакинские помидорчики на самом деле не бакинские, совершенно просто вот в чистом виде турецкие. Вот много факторов. Но рано или поздно должно было состояться примирение. И потом здесь кейс немножко все-таки сложноватый. Под прикрытием российского самолета, что-то там израильское летело. Вот если бы Израиль, на самом деле, Израиль же нас не атаковал по российскому самолету, было бы та же самая история, что и с Турцией? Вот это было бы, вот тогда бы, наверное, все было бы гораздо хуже. Здесь ведь заметьте, насколько независима наша государственная пропаганда от мнения Владимира Владимировича. Многим сказал, ну вот давайте не раздувать как бы вот вокруг этого разговора, но произошел несчастный случай, тяжелая история. И только мы с вами сидим в студиях Москвы, канал RTV, раздуваем несчастный Путин. Нет, а раздувает независимая государственная пропаганда. Перерыв. Сейчас сделаем небольшой. Андрей Колесник, всем.
руководитель программы «Внутренняя политика России», российская, внутренняя. Внутренняя, она же российская политика Московского центра Карнеги. Сегодня наш гость про самолет, давайте с вами договорим. С Израилем понятно, могло бы быть хуже, в принципе, реакция. А Сирия почему? Асад, насколько я понимаю, даже не позвонил, не извинился, по крайней мере, нам об этом не сказали. Почему никто не отругал? Асад повел себя в жанре «А ручки вот они, я здесь вообще при чем?» А, то есть ЗРК, из которой расстреляли самолет, она, видимо, сама. Мы стреляли не в наших, ну, попали. Ну, вот такой вот Асад нехороший человек. А Израиль немедленно, в общем, в рамках наших дружественных отношений... Соболезнованно. Нетаньяху звонит, инициатива, что важно для Кремля всегда. Инициатива не Кремля, а всякие вот... Все на поклон идут. Нетаньяху сам позвонил Путину и... Вероятно, извинился, пообещал разобраться в ситуации. Но, что называется, Пастернака не читал, но скажу, и федеральный канал не смотрю, но слышал, что они немедленно развернули глубоко антиизраильскую кампанию. Но это же наслаждение вернуться к советским штампам. Израильская военщина, как мать и как женщина. Ее к ответу. Все вот это опять заработало. Но это просто советизация. Это колоссально прекрасный повод, наконец, уже, несмотря на действительно миролюбивое заявление Путина, топтаться на израильской военщине. Это просто приятно наблюдать, но пройдет и это, и довольно быстро. А есть что-то, что может сделать Башар Асад, и тем самым он утратит доверие Путина? Он может сделать все, что угодно, он не утратит доверие Путина, потому что Башар Асад полностью укладывается в категорию людей, которые называются «сукин сын, но наш сукин сын». И что бы он там ни делал, он инструмент предъявления нашего величия и нашего присутствия в этом мире. Да? Сейчас вот может 3 самолета сбить. Ну, в общем, да. А почему нет? Потом он опять приедет в Сочи и будет лезть обниматься к Владимиру Владимировичу. В общем, еще раз, он на инструмент улучшения нашего имиджа в наших собственных глазах, возвращения нашего величия, нашего присутствия в этом мире. За 1000 километров от наших границ мы, как Советский Союз, управляем процессами мировыми. Да? Мы присутствуем везде. Мы присутствуем в Венесуэле, мы присутствуем в Сирии. Еще бы где-нибудь поприсутствовать, но где-то уже китайцы, откуда-то не уходят американцы, где-то, в общем, европейцы. Величие, по-моему, не очень возвращается только. А так все хорошо. Ну, оно не очень возвращается, но, в принципе, мы-то думаем, что оно вернулось, в том числе за счет сирийской кампании. Но еще вода камень точит, просто надо набраться. Я не вижу других причин быть в этой самой Сирии нашим военнослужащим, которые там гибнут, и нашим невоеннослужащим, которые тоже там гибнут, будучи в частных армиях. Объясняется это борьбой с терроризмом, и то, что террористы придут в наш дом, но... Судя по всему, мы этот самый террор провоцируем. И, в общем, наверное, без усилий Кремля Башар Асад давно бы уже не был президентом Сирийской Республики. Да, возможно, там был бы хаос, но хаос продолжается сейчас там. И, в общем, я не думаю, что он в скором времени закончится, несмотря на победные реляции. И я не думаю, что закончится, к сожалению, гибель наших людей там. К вашему профилю давайте перейдем. Приморье. Насколько вам интересно следить за событиями с неудавшимся даже вторым туром выборов? Кейс замечательный. Тут очень много всего сошлось. Сошлось так много, что бедная Алла Памфилова сегодня плакала даже. Это как мне напомнило историю конца 80-х, плачущий большевик Николай Рыжков. Вот. А что плакать-то, если такая система избирательная, что, в общем, везде должен побеждать кандидат Кремля? Сверхусилия были предприняты ради того, чтобы этот странный человек со списанной диссертацией, совершенно какой-то удивительной биографией, хотя у них у всех сейчас удивительная биография, да, Тарасенко, который якобы технократ, совершенно никакой не технократ, у него чрезвычайно странная биография, на мой вкус, но вот это предпочтение Кремля, любой ценой его нужно было туда протащить. Зачем? Он что, выдающийся управленец какой-то? Путин с ним встречался, и если раньше вот этот жанр «Мы с Мухтаром на границе» срабатывал, съемка с Путиным всегда давала замечательные результаты, голосовали. Ну, это путинский человек, понятно, что за него надо голосовать. Вдруг не сработало. Это маленькая катастрофа, это изменение ситуации. Что с этим делать, совершенно непонятно. С одной стороны, ну хорошо, мы отменим эти самые выборы, назначим новые.
опять будем навязывать кандидата Кремля. И понятно, почему Кремлю может быть выгодна опция отмены выборов. А, во-первых, мы показываем себя демократами. Смотрите, у нас демократия. Мы признаем, что были вбросы. Это какие-то нехорошие люди сделали. Тарасенко здесь вообще ни при чем. Вот я никогда в жизни не поверю, что Тарасенко не знал, что за него вбрасывают. Там, да? Вот как такое может быть? Ну, обнаглели. По-моему, эксцесс-исполнители. Это тики, видимо, сами. Вот добровольно такие вот патриоты Единой России, что вот они сами это сделали. Ну, фантастическое хамство. Осталось видеообращение еще записать. Фантастическое пренебрежение вот общественным мнением. Да, вот тупо просто. Ну, о чем мы здесь вообще говорим? Ищенко, который, в общем, он, конечно, не родной Кремлю, но что он не был бы кооптирован в кремлевскую систему связи, значит, какие-то группы интересов проталкивают этого Тарасенко вплоть до того, что они даже, в общем, способны предложить Путину встретиться с Тарасенко, чтобы он победил. Есть мнение, что, в общем, Ищенко победил, и достаточно, в общем, отменить результаты вот в этих самых, на этих участках, и тогда можно признать победу Ищенко. Ну, можно было бы действовать и так, но, конечно же, Кремлю выгоднее получить ситуацию, когда заново назначаются выборы. Может быть, есть шанс как-то поговорить с коммунистами, предложить свежую кандидатуру от себя. В общем, еще раз поманипулировать этой самой ситуацией. Зачем? Объясните мне. Вот я не понимаю, зачем идти на поводу у коммунистов? С каких пор коммунисты стали настолько влиятельны, что они из Приморья, ну, через Зюганова здесь, диктуют какую-то свою волю Кремлю. Они там объявляют голодовку, этот кандидат Ищенко, митинги у них. Нет, мы не верим в то, что мы проиграли. Ну, Ищенко же недолго голодал. Потом Зюганов позвонил. Ну, зато эффективно. Зюганов позвонил, сказал, не надо голодать, сейчас обо всем договоримся. Что-то, в конце концов. Коммунистическая партия – часть системы. Это не оппозиционная партия. Это партия, имитирующая оппозицию, весьма успешно. Почему я, собственно, и удивляюсь тому, что, ну, почему бы этого несчастного Ищенко, вместо того, чтобы делать из него народного героя и оппозиционера, он этого явно не хочет, иногда руками, ногами, ну, в общем, сопротивляется. Есть, губернатор свой. Ну, вот Кучков, зачем из них делать такую, как бы, почти реальную оппозицию? Да, не имитационную. Поэтому, наверное, все-таки логичнее отменить эти самые результаты выборов и заново пойти в бой. Явно позиция Кремля еще не определена. Это видно по поведению Тарасенко, который то говорит, что он будет участвовать в выборах, то говорит, нет, но все-таки я не буду. А как я людям буду смотреть в глаза, если будет признана моя победа? Вы бы, Андрей, участвовали в выборах во втором туре. Посмотрим, как бы вы... Какие бы вы заявления делали? Нет, ну это же не выборы. Это... Человек просто в стрессе. Это не выборы. Это все-таки такие как бы квази-выборы. Я очень извиняюсь перед Аллой Памфиловой, но когда участвуют два кандидата от власти, по сути дела, один просто еще ближе к власти, чем второй, ну это очень трудно назвать выборами. Ну, тут ведь еще что, собственно, нового, да, помимо того, что сложилась такая ситуация, когда Единая Россия оказалась не всесильной, не всесилен Путин, который эту Единую Россию поддерживает. Новое то, что у людей в регионах не появилось права выбора. Безусловно, потому что выбор между Ищенко и Тарасенко – это выбор между, не знаю, Петровым и Башировым. Да? А появилась возможность, если не догнать эту самую партию власти, то согреться. Да? Вот просто показать ей неприличный жест. Вот убрали графу «против всех». Это ведь голосование за Ищенко, это голосование против всех. Это голосование против власти как таковой. Вот вы нам навязываете, мы уже не хотим, чтобы вы нам что-то такое навязывали. А разве голосование против всех это не сидение в день выборов просто дома? Ну вот, а здесь, ну, понятие... Ну, нет, я понимаю, Андрей, вы просто не любите коммунистов, вы поэтому просто не верите в то, что существует огромное количество людей, которые поддерживают левую идею. Нет, просто получается, что кандидат как бы не от власти может победить, почему бы за него не проголосовать, чтобы вштырить этой самой власти, чтобы показать ей шиш. Это очень важная мотивация, она еще, я повторюсь, не является выбором в собственном смысле слова, но протестное голосование, замечательная вещь, оказывается, оно возможно. В ряде регионов. Второй тур для власти – это все-таки проблема или, наоборот, это какие-то дивиденды? Ну, потому что, вот смотрите, говорит кому-то Кремль, у нас действительно, как оказывается, жизнь политическая кипит.
Теоретически это дивиденды. Теоретически Кремль показывает себя крупным демократом, Алла Памфилова во главе этой демократической волны. А практически, мне кажется, люди, в общем, сейчас настолько стали нечувствительны к этому всему, что, в общем, могут и не воспринять это как дар Кремля, а воспринять это как, ну, нормальную процедуру и возобновление каких-то активных действий. Мы посмотрим, как дальше будет развиваться ситуация именно в Приморье, когда там через 3 недели будут новые выборы. 3 месяца. Да, люди поверили в то, что Кремль большой демократ. И способны ли ввиду этого поддержать кремлевского кандидата, старого или нового, или нет? И будет ли тот же самый Тарасенко? Вот сейчас ночей не будут спать опять на Старой площади. Будет гореть электрический свет в Кремле. У Эллы Александровны Памфиловой получается делать выборы честнее? Ну, мне кажется, она в меру... Вот на конкретном участке ее работы. Ну, вот она старается. Она старается, ее даже немножко жалко. А с другой стороны, не очень жалко, потому что она подписалась руководить выборами в путинской авторитарной системе. И когда она во время федеральных выборов президента говорила, что люди голосуют не под принуждением... Это было вранье откровенно, когда вот лично в моих глазах она, как крупный демократический деятель, которого я помню с конца 80-х, ну, просто упала ниже плинтуса. Ну, полстраны, миллионы людей голосовали под принуждением на работе. Ну, что она рассказывает? Она этого не знает. Значит, миллионы, она... простите, миллионы людей, это, ну, это... Миллионы, да. Это звучит, конечно, круто, а откуда вот эта вот цифра? Как мы можем посчитать? Миллионы или... Мы можем взять все государственные организации, все госкомпании, все государственные агентства, все там... любые муниципальные... Все, что более-менее связано с государством... Бюджетники, слушайте, вы верите в то, что все бюджетники голосуют по принуждению? Армия, заключенные, следственные... Все доказательства. Все отчитывались. Доказательства где? Доказательства, ну... Доказательства. Вот, видите, хромает доказательство. В этом и проблема, но не надо делать вид, что мы этого не знаем. Ну, организация «Голоса» насчитала 4 с чем-то миллиона. Сделаем перерыв. У нас в гостях Андрей Колесников. Скоро продолжим. Еще раз с особым мнением сегодня в нашей студии Андрей Колесников, руководитель программы «Внутренняя политика» в московском центре Карнеги, я Алексей Нарышкин. А вот опять же хочу вас вернуть к проблеме второго тура. Ведь не только Приморье, есть и Владимирская область. Перед нашим эфиром буквально Светлана Орлова в Рио губернатора записала обращение, сказала, что не надо ее воспринимать как губернатора, надо воспринимать ее по-человечески. А это, ну, мы можем предположить, опять же, что это такая ручная история. Разрешили местная оппозиция вот так вот выйти вперед? Или каких-то провинившихся на борт губернаторов вот так вот бросили? Потому что не совсем ручная. Вот теперь очень сложно будет после приморского кейса вот так вот подкручивать результаты. Это единственный позитивный, как бы, вывод, который можно сделать из этой самой приморской истории, точнее, один из позитивных. Пройдет лет 100, и мы партию Навального увидим в Госдуме, думаете? Нет, я думаю, что этого мы не допустим. Это нельзя допустить. Что вы. Я говорю о том, что вот в этом году, в этом месяце подкрутить будет как-то сложновато. А то, что вот губернатор Владимирской области призывает видеть в ней человека, это, безусловно, симптоматично. Власть начинает настаивать на том, что они тоже люди. Это приходится делать в этом году все чаще и чаще, например, призывать к добровольному отказу там, от депутатских пенсий и изображать из себя нормальных людей. Ну, отказывайтесь, отказывайтесь. Вот Ельцин с этого начинал. Он проехался в трамвайчике, и его рейтинг поднялся. Они просто как бы от народа-то не зависят, перед ним не подотчетны, поэтому что им в трамвайчиках ездить. Но, в принципе, тот факт, что им приходится изображать из себя людей, ну, в общем, скорее позитивные. Хотя я думаю, что это недолгосрочная тенденция. Сейчас выборы закончатся, и, в общем, нужда в изображении своего человеческого лица, она отпадет немедленно. Мы с вами начали эфир с того, что Владимир Путин озабочен рейтингом, упавшим после, например, истории с пенсионной реформой, и вот поэтому говорит о вооружениях. А зачем сейчас думать о рейтинге еще до выборов следующих у Путина непосредственно или у кандидата от Путина много-много лет? Ну, знаете, как Рабинович из анекдота всегда думает о сексе, так Путин всегда говорит про вооружение. Это нормально, это один из элементов поддержания рейтинга. Просто сейчас об этом нужно, наверное, говорить более акцентированно, чаще и что-то такое иногда издалека показывать.
и почему-нибудь бабахнуть или какое-нибудь испытание начать, хотя этому мешают всякие казусы, типа дырки в Союзе, да, это тоже военно-космическое все-таки, потому что военно-космическое, у нас нет просто космическое, у нас есть военно-космическое, слово военное очень, очень важно. Но нет у Путина других инструментов. Ну, вместо того, чтобы сделать жизнь людей лучше, я сейчас немножко популистски как бы высказываюсь, они предлагают еще больше патриотизма, еще больше любви к вождю и еще больше вооружения. Ну, в общем, очень важные, конечно, вещи, но люди как-то это воспринимают как все более и более неравноценную замену нормальной жизни. Видно же, по социологическим исследованиям сейчас очень выросли озабоченности по поводу зарплат, инфляции и безработицы и рабочих мест. Сколько гордились этой самой низкой инфляцией, которая, в общем, была низкой, но во многом из-за того, что был низкий спрос, а у людей отсутствовали деньги на покупки. Ну, оказалось, что нет никаких стабильных факторов поддержания этой инфляции на низком уровне, ниже вот этого таргета Центробанка 4%. Сейчас пока ниже, но даже сами экономические, финансово-экономические ведомства говорят о том, что у нас колоссальные инфляционные риски сейчас. У нас инфляция в будущем году будет уже 5,5, что выше таргета Центробанка. Ну, вот так вот устроена эта самая экономика. Она нестабильна. Чего хвастаться-то низкой инфляцией? Ну, вот поторопились чуть-чуть. Рост ВВП. Что у нас там растет? Построили мост, построили еще что-то мегаломаническое. Вот ВВП и вырос. Выкопали канал, это в зачет идет рост ВВП. Но на Сахалин, кстати, не будут, наверное, строить мост, потому что посчитали, что нечем нагрузить его. Ну, вот и нагрузить нечем. И, ну, кто-то вошел в разум. Но это не означает, что завтра не выйдет Путин и не скажет, ну, все-таки давайте построим там. Людям нужен мост. Ну, хорошие, русские люди. Русские люди. И построят. Построят. А почему вы считаете, я так понял из ваших слов, что озабоченности, они должны во что-то конвертироваться? Нет, они ни во что не конвертируются. Ну, озабочен народ понижением. Народ революцию устраивать не будет. Я не разделяю опасения Кремля, что у нас за каждым углом нас ждет оранжевая революция. Ничего подобного. В общем, считаете, что Кремль опасается? Ну, а зачем это давит все живое? Где? Практически везде, и на улицах, и в секторе, некоммерческих организаций, и в медиа. А зачем? Вот, кстати, опять же, возвращаясь к тому, что вы говорили про коммунистов, их обвинили в том, что они не настоящая оппозиция. Коммунисты же проводят свои акции, проводили акции против пенсионной реформы. Причем проводили, я точно знаю, в тех городах России, где эти акции были самыми массовыми за десятилетия, где вообще, в принципе, нет вот культуры политического протеста. Ну, проводили. Сейчас вот, сколько я не хожу на «Эхо Москвы», все время у станции метро Арбатска стоят очень молодые люди, собирают подписи против пенсионной реформы. Ну, вот это такой повод очень хороший напомнить о себе, оживить спящие институты типа профсоюзов. Правда, не сработал уже. Он настолько спящий институт, что профсоюзы вот не сыграли. КПРФ еще не очень спящий институт. А куда людям податься? Вот только вот в Компартию, да. Это даже когда локальные протесты идут по поводу, там, я не знаю, загаживание парков, строительство небоскребов, ну, куда людям бежать? Они обращаются в том числе в КПРФ, между прочим. Раньше к Яблоку обращались, но Яблоко что-то как-то стало не очень эффективно. Люди идут туда, где есть вот канал, инструмент выражения протеста. Они совершенно никакие не коммунисты. Вот если коммунисты предлагают инфраструктуру протеста, люди готовы им пользоваться. Кстати, вот Яблоко вы вспомнили. Какая партия для России важнее? Компартия или Яблоко? Ну, нет, ну, мы же с вами... Ну, вот смотрите, либералы и демократы. Вы считаете Яблоко оппозиции? Ну, комиссионной партии. Вот очень сложный разговор всегда, когда ты начинаешь говорить о Яблоке. Это такая... Не бойтесь. Такая грустная история вот деградации, в принципе, всей партийной системы в России. Яблоко – часть этой самой деградации. И не хочется топтать ногами последнюю старейшую демократическую партию, которая, ну, более-менее осталась в живых. Ну да, это партия, да, она демократическая, да, она не пользуется популярностью, да, она, возможно, обречена на вымирание, как, в общем, надо понимать, что умерла, в принципе, партийная система в Российской Федерации, просто нет. Ни многопартийные, ни однопартийные, остались одни, как выражался Владимир Ильич Ленин, приводные ремни. Компартия – это приводной ремень администрации президента, ЛДПР – приводной ремень администрации президента.
почившая в бою справедливая Россия тоже. Ну, вот смотрите, возвращаясь к моему вопросу, кто полезнее? Яблоко с, мне кажется, с нулевыми перспективами выйти в какой-то, да, например, в Госдуму, или Компартия, у которой есть прицелиться в Госдуме, но вот вы говорите, что они приводной ремень. Партия гораздо полезнее администрации президента, чем гражданам Российской Федерации. Это инструмент... А как Кремль может использовать Компартию? Ну, вот канализация протеста в то русло, откуда не будешь ждать никакой революции, в общем. А вот смотрите, как вот стоило этому самому Ищенко, опять же, начать голодать. Так вот, тут же, наверное, кто-то позвонил Геннадию Андреевичу, сказал: Геннадий Андреевич, ну, давайте как-то это самое решим вопрос. Урегулируем. Что он там себе позволяет? Геннадий Андреевич позвонил. Сказал: не надо, сейчас все решим. Сейчас поговорим и обо всем договорились. Поставили сложное положение. И с большой долей вероятности Ищенко в итоге и победит. Может, победит. А может быть, найдется эффективный кандидат от партии власти. Какой-нибудь новый придет, варяг, и все вдруг скажут. Вы бы, кстати, утверждая, что коммунисты и Компартия не оппозиция, еще могли бы сказать, что они вообще у Навального отобрали его протестный электорат. Навальный 9 числа выводил людей. Навального немножко другой протестный электорат. Это другие категории граждан. Я даже не про возраст сейчас, а про ценности, да, про взгляды политические. Наверное, в электорате Навального, кстати говоря, есть люди и с коммунистическими убеждениями тоже, или с левыми убеждениями шире. Но они все-таки немножко другие, чем Компартия. Ну, выходит... на улицу, мне кажется, из-за темы, а не из-за ценностей и конкретного лидера. Я думаю, что в случае электората Навального, назовем это так, условно или безусловно, это больше разговор о том, что пенсионная реформа – это повод выступить против режима в целом. Ну, то есть, вот протест против пенсионной реформы, на самом деле, это протест против, вот, против Путина и его системы. Очень много вопросов. Я очень часто встречаюсь со всякими там инвестиционными банкирами, инвесторами западными. Они не понимают, почему люди протестуют по поводу повышения возраста. Приезжает там человек из Болгарии, вот как сегодня разговаривал. Говорит: ну, слушай, у нас в Болгарии уже давно повысили. Вот это такое. В чем проблема-то, собственно? Да, я говорю, как вы им объясняете? Я говорю, проблема-то в том, что это нарушение социального контракта граждан с государством. Граждане-то, в общем, привыкли от государства что-то такое иметь. Раз уж не дают возможности развернуться, начинать собственные бизнесы, там, я не знаю, свободу отобрали. Сказать: голосуйте за нас, а мы вас накормим. Ну, окей. Вот это проблема кормите. Граждан? Это в том числе проблема граждан. Доверчивых, никакой, которые привыкли рассчитывать на государство. Никакой Путин не просидел бы в своем кресле 19 лет, если бы граждане не помогали бы ему всячески, не принимали бы то, что он делает, не помогали бы ему становиться президентом своим равнодушием абсолютно. Да? Они же в массе своей не поддерживают Путина тут прямо вот со страстью, да, и не готовы разорвать его как рок-звезду на части или прикоснуться к нему как к мощам святым. Нет, просто, ну, вот так вот мы живем, да, ну окей, а кто еще? Вот давайте голосовать за Путина. Вот и вся логика. Вот и все эти там гигантские цифры его поддержки. Ах, какой он получил мандат, он может делать все, что угодно. Он сделал все, что угодно. Что он сделал? Он повысил пенсионный возраст. Люди сказали: ну, на это мы не подписывались. Этого нету в неформальном социальном контракте с нами. И идите все лесом. Вы можете и дальше нас это самое заставлять за вас голосовать, но только не трогайте на вот это наша зона. Никакие рациональные аргументы здесь не действуют. Ну, ребята, ну, смотрите, ну, вот, действительно, вы живете дольше, ну, вот, ну, почему бы и нет? А по кочану, как говорил один региональный руководитель. Вот мы это принять не можем. Не отбирайте это у нас, и все тут. У нас минута остается. Я теперь вот после обращения Виктора Золотова каждые, наверное, несколько дней вижу какое-то новое расследование в отношении либо него самого, либо Росгвардии. Он вообще в ближнем круге Путина сможет тут сидеть? Нет, конечно, сможет. Ну, Путин своих не сдает. Здесь вот очень трудно судить, он сам вышел с этой инициативой, или все-таки кто-то ему подсказал сверху, сказал, что все-таки надо ответить, вот что ты вот сидишь и бездействуешь. Может быть, мужик или нет. Вот. С формы ответа он, конечно, подкачал.
Да, конечно, язык ненависти, язык подворотни, язык комнаты отдыха, бани, начальства. Но он, конечно, входит органичным образом в нашу повседневность, так сказать. Но все-таки, когда человек в погонах, облеченный государственными полномочиями, это же не Усманов, который частное лицо фактически, да, он может делать все, что угодно. Вам стыдно за золото? За золото мне, конечно же, стыдно. И, ну, таково лицо российской власти. Это была ошибка. И ответка прилетела в виде этих бесконечных расследований. Он теперь обречен на то, что он будет объектом расследований. На этом мы завершаем наш эфир. Спасибо огромное. Андрей Колесников, руководитель программы «Внутренняя политика» Московского центра «Карнеги», был сегодня нашим гостем.